Некоторые мошенники делают ставку на беспечность владельцев платежных банковских карт. Они продают или покупают через интернет-магазины несуществующие товары. При этом предпочитают производить так называемую оплату с использованием банковских карт. У своих жертв они узнают номер карты и код ее на обратной стороне. Также мошенники, представляясь сотрудниками банков, сообщают о возможной блокировке карты и похищают с кредитки денежные средства. Помимо этого, преступники предлагают участие в различных акциях, после чего просят перевести деньги на мобильные номера. В случае получения телефонных звонков с просьбами об оказании материальной поддержки лжеродственникам, звоните в первую очередь своим близким, а о звонке мошенников в срочном порядке сообщите в правоохранительные органы. Юрий Воронин, Антон Карев, новости провинции.